тянуло к пранаямам, то есть к дыханию. Я понимал, что в этом ключ дальнейшего развития, ну, моего личного, да. А как-то мы с женой поехали посмотреть экопоселение, ну, узнать, что это такое, как там живут люди, что такое приехать в лес, да, и, ну, как они живут, что это такое, все интересно. И к тому моменту как раз у меня созрел, наверное, интерес именно к дыхательным практикам. То есть, и там познакомились с Ромой, который тоже приехал узнать, как живут люди в экопоселениях, что это такое, зачем, то есть, как бы, пообщались. Рома рассказал, что такое дыхательные практики. Мне, правда, понадобилось года два для того, чтобы осознать, ну, то есть, справиться с какими-то страхами своими, да, то есть, какими-то фобиями, возможно, или отодвинуть их. Просто приехать сюда, как бы, здесь действительно их отодвинуть, да, то есть, ну, перебороть себя, нужно сделать этот шаг. Если есть страх, да, а вдруг там что, на месте все будет понятно, прям там вот, и Рома вам не даст, как бы, бояться, если это надо, то это надо, сами увидите. Стало окончательно ясно, что это, ну, что мой путь, что мне нужно этим заниматься, и даже как этим заниматься, это все приходит на практике. Просто понимаешь, там, кто-то говорил из людей, что образы видит, да, кто-то что-то слышит, там, у меня было, ну, просто понимание, как вот, видишь ты какую-то вещь, да, и понимаешь, для чего она, как вот, понимаешь, ложка вдруг видишь, и вдруг тебе приходит понимание, а, это для того, чтобы вот суп зачерпнуть и есть. С такой же пониманием внутри приходит, когда ты с какой-то своей проблемой погружаешься, да, в это состояние дышишь, ум пытается вмешаться, ты его отодвигаешь, говоришь, друг, подожди. Вот, главное, спокойно, он все равно будет лезть, все равно ты его отодвигаешь, говорит, подожди. То есть, и придет этот, как инсайт, да, то есть он придет, это решение придет, ваших проблем какие бы ни были там, ну, моих, по крайней мере, пришло. Вот, а еще стаж никотинового курения где-то 15 лет, то есть ужасно вообще, под последние, наверное, моменты там под 3 пачки в день сигарет, ну, это реально так. То есть это был ужас, и непонятно было, как, что я только не пробовал, иглоукалывание, там, какие-то там, ну, гипнозы не действуют. А, в общем, ну, много чего, Аленкар, там, все стандартные методы, это не работает для, ну, на меня. После практик дыхания каким-то естественным образом, во-первых, сначала сократилось количество этих сигарет, то есть вообще, в принципе, ну, не хотелось. То есть идешь проверить такой, а вот... А может, ну-ка, как? Вот, поначалу, да, они как-то идут, вроде, думаешь, есть какие-то изменения, но как-то слабо. И чем дальше, тем больше, тем меньше тебе хочется, в принципе, курить, тем больше ты кашляешь и чувствуешь этот вот запах, как будто первый раз. То есть вот сейчас, это, я надеюсь, что, ну, не просто надеюсь, это была последняя сигарета, это однозначно. А вот, она была как первая, то есть она вот эта вот отвратная просто. То есть с курением, если есть проблемы с курением, с ним справиться элементарно. Ну, то есть, сколько ты занятий прошел уже? 4, наверное, да? То есть первое базовое. То есть попробовали вообще, что такое? Есть практики же, да, для попробовать вот ровно. То есть что это такое энергодыхание, да, пробное. Ваше это, не ваше, то есть, ну, поймете на месте. Вот, и здесь 3 практики. Энергодыхание, Эльбрус. И транс-дыхание. А вот. Что про транс можно? Круто! Вообще, такая физуха просто. Прям вот все это время, это... Давай. Да, так давно не было, и тело, конечно, показало много чего, говорит, друг, ты себя запустил вообще. Но как бы, но я показал, да, то, что когда-то мог, и сейчас могу, просто нужно заниматься. То есть нужно заниматься. И как бы это здорово выкидывает все... гнев какой-то, да, то есть во мне его тоже было накоплено очень много, рычал, пугал людей, наверное, вокруг, то есть это было прям, прям вот хотелось это сделать, как бы, поначалу вроде жмешься так, ну, то есть кто-нибудь отскочит, отошел куда-то подальше, да, и как вот, и прям все, тебя вот, опять дыхание, опять движение, это круто, вот реально. Да, идти просто и на месте станет понятно. То есть, ну, я тоже долго сомневался. Я вот 2 года, наверное, да, сомневался. Все. Я боялся там, что вдруг там, что, как. Если вас к этому потянуло, вы вот смотрите этот ролик, да, вы читали эту информацию, то значит это что-то, ну, что-то, что вам нужно.
А понять, ваше это или нет, можно только попробовав. Ну, то есть от этого не умирают, да, то есть остановиться можно в любой момент. Вот Рома сказал, это здорово. То есть я в первый момент, да, мне тоже стало страшно, я остановился. Вот, Ром вообще красавчик, мое тебе прям от души. Он не дал мне остановиться, он сказал, ты что, упал? Поднимайся, иди, ты же как, это как на гору. Я думаю, блин, действительно, а что я? И вперед, и я пошел, и прям я не пожалел. Да, возможно, состояние было слабее, если бы я вот продолжал, да, ну, просто преодолел этот какой-то минимальный страх и пошел дальше. Но как бы это состояние было, и оно показало, что да, это вот твое, это тебе надо. То есть, как-то так. Счет. Я благодарен реально Роме как тренеру, да, как учителю, организаторам. Место вообще клевое, просто вообще прям великолепное. И да, это реально решает проблемы, которые внутри. Все.